чего начинается христианство и вообще, что является сутью христианства. Сутью христианства это не является какое-то там правильное поведение, когда люди думают, что вот надо выяснить, что мне можно, а что мне нельзя. Если я буду стараться делать все, что мне можно, и буду стараться не делать, чего нельзя, я точно попаду на землю. Нет, все вот пытаются друг с другом выяснять, а какие фильмы можно смотреть, а какие фильмы нельзя смотреть, а какую музыку можно смотреть, а музыку слушать можно, а какую музыку слушать нельзя совершенно, да? Вот такое. Другие думают, что наша цель это как бы заучить как можно больше стихов из Библии, запомнить как можно больше всех этих притч, всех историй. И есть люди, которые постоянно как бы цитируют Библию, и в их понимании вот постоянное цитирование Библии это и есть как бы основа христианства. Третьи думают, что, наверное, надо какие-то доктрины, вот такие основания доктринальные знать, все главные доктрины христианства, быть наставленными в этом, вот и в этом христианство. На самом деле это хорошо, хорошо читать Библию и заучивать наизусть, хорошо, хорошо знать доктрины, да? Хорошо жить праведно, да? Но в действительности ничто из этого не является центром христианской жизни. Иисус показал, что такое настоящее, откуда идет вот настоящее христианство. И оно идет. Мы видим здесь, откуда? Вот из этого уединения, когда ты должен понять, хватит работать на показ, хватит, вот, даже потому что мы настолько привыкаем все делать на показ, мы даже в духовной жизни все делаем для того, чтобы впечатлить людей нашими молитвами, впечатлить людей там нашим служением, впечатлить нашими песнями прекрасными, нашим прославлением помазаннейшим. Вот мы пытаемся впечатлить. И при этом мы настолько уходим вот от этого внутреннего уединения, соединения с Господом, что даже сейчас, когда вот наступило такое время молчания, когда у огромного количества людей, да, появилось больше возможностей, потому что сам стиль жизни поменялся. И что мы видим? Да, что мы видим? Что открывается? Вот в этом периоде, который стопроцентно, это воля Божья. Некоторые везде видят дьявола и руку дьявола, и нужно все преодолевать. Драгоценные, мы верим не в дьявола, мы верим в Господа. И мы понимаем, что весь мир и все находится в Божьих руках. И если что-то происходит в жизни, ну не по Божьему же недосмотру, это все появляется и все выходит. То есть если Бог допускает такой период, да, в нашей жизни, в жизни, в принципе, не только верующих людей, в жизни всего мира, что-то в этом есть особенного. И мне, вы знаете, мне кажется, что вот когда я вспоминаю вот последние все годы, вот у меня такое некое ощущение складывалось все последние годы, как будто вот весь мир, он погрузился вот в какую-то вату, в какое-то вот странное состояние. И это странное состояние, оно было видно везде. Странное состояние в политике, какие-то странные лидеры сегодня во всех странах практически, политические, я говорю, да, странные какие-то экономические состояния, какая-то некая ватность, странность, вот это состояние. И вот, я думаю, не случайно вот наступило вот это время, и словно вот Бог нажал на паузу, да, чтобы мы словно остановились и посмотрели на себя, посмотрели на нашу жизнь. И когда мы смотрим, да, на нашу жизнь, мы видим, да, что сегодня у огромного количества родителей совершенно нет никакого контакта с их детьми. Они не могут с ними делать домашние задания. Да? Вроде бы у них все было хорошо, да, пока там дети в школе, он на работе, и они там практически не встречаются. Вот практически не встречаясь, хорошо любить друг друга. Да? А тут, когда ты находишься вместе со своими детьми, должен с ними делать домашние задания, что-то подсказывать, ты вдруг видишь, что вы посторонние друг для друга люди, да? И еще страшнее, когда вдруг видишь, что супруги оказываются посторонними друг для друга людьми. Вроде бы все было хорошо, опять-таки, потому что практически не виделись, да? С утра разъезжались по работам, и только вечером встречались, когда уже нет сил там покушать и спать ложиться, да? И вот в таком же стиле более-менее жили, да? Теперь наступает период, когда супруги находятся вместе, и вдруг они видят, насколько они разные.
что у них практически нет ничего общества. Вот это, как говорю, как тюбик. Надавливаешь, и все, что там было внутри, спрятано, скрыто, оно вылазит наружу. Поэтому, когда сегодня вылазят наружу многие вещи, да, с одной стороны, конечно, это ужасно, это неприятно, когда мы видим и разводов больше становится, и всплеск, к сожалению, домашнего насилия происходит, да, но это проявление того, что было, оно просто было спрятано, оно просто было скрыто. И мы видим сегодня точно так же, да, что во многом вскрывается то, что было в церкви, потому что, казалось бы, все последние годы у нас уже так поднялся музыкальный уровень служений, уровень проповеди, и Церковь Божья такая благословенная, такая великая. И вот мы видим остановка, пандемия, да, и что такое, да, и мы видим, как многие верующие, многие служители бегают с этими странными теориями, странными какими-то страшилками, этими глупостями всевозможными, и это очень популярно, это выглядит как духовность, то есть даже в это время мы вот с такими глазами везде носимся, хотя ведь словно само небо нам показывает вот это время остановки, время вообще посмотреть на свою жизнь со стороны, на свою семью со стороны. Не упустил ли ты за все последние годы что-то важное в отношении со своей женой? Вот это все вскрылось, да? В отношениях со своими детьми, когда ты чувствуешь, что словно чужие люди совершенно, которых ты не знал, да? И вот проблемы, которых ты терпеть не можешь, 40 минут с ними заданий не можешь делать, да? Все вскрывается словно, да? Вскрывается. Наши вот эти тайные страхи выходят, когда даже умные, образованные люди находятся в такой прострации и начинают верить всевозможной чепухе. И самое, наверное, главное, да, что часто вскрывается наше внутреннее духовное банкротство. Я не случайно говорил, что все вот эти времена, о которых пишет Экклезиаст, все вот эти времена, время разбрасывать, время собирать, время молчать, время говорить, все эти времена нужны только для того, чтобы раскрыть вот это не временное, а вечное, что Бог вложил внутрь нас. Бог вложил внутрь нас вот эту вечность. Этой вечностью Он нас наполнил. И мы видим, что пришло время тишины, да, пришло время паузы, пришло время молчания. А изнутри нас ползут какие-то страхи. И все это показывает о том, что при всем развитии в последние годы русскоязычного христианского евангельского служения некая внутренняя пустота, она была, и она просто-напросто проявилась. Вы знаете, когда в свое время, много лет назад, я как-то по-новому открыл для себя молитву, я вдруг ощутил, что молитва – это не очередное бремя, которое возложено на нас Господом, чтобы вот мы жили и несли это бремя всю нашу земную, во время всего нашего земного существования. Вот, когда я вдруг ощутил это Божье присутствие наполняло, да, я вдруг с удивлением обнаружил, как часто вот те переживания, которые были у меня в молитве, они во многом расходились с тем, что я часто слышал о каких-то духовных переживаниях окружающих меня в людей. Да? Я, конечно, понимаю, бывают различия, это нормально, но часто по существу все отличалось. Вот так же вы здесь можете посмотреть проповедь, где я не так давно делился о тех вещах, вот пять вещей, которые помазание научило меня. То есть то, что я получил, не изучая там богословие, теологию, а через молитвенную жизнь, через духовное переживание Господа. Я там говорю, что прежде всего, чему я научил, это величие Бога. Пришел мир и покой, потому что полное осознание, причем не тут осознание, а здесь, что все находится в Божьих руках. Да? И ты понимаешь, что бы ни было, Бог контролирует все. Каждая волосинка у Него на своем месте. Да? И когда приходят трудности, когда приходят скорби, вот это Богопознание, все в Его руках. Я абсолютно убежден, что вот в это время неопределенности, время смуты, да,
христиане могли явиться этому миру как люди, которые наполнены покоем, наполнены радостью, и принести этот мир вот в это суматошное время, принести вот эту вечность, показать, что все в Божьих руках, и проявить вот нашего Господа как? В любви. Потому что мы понимаем, что это время тяжелое, да, не нужно как-то думать, что это просто такой отдых и шаббат. Конечно, это трудное время, когда останавливается производство, когда многие теряют свою работу. И главное, думаю, проблемы начнутся даже не сейчас и не летом, а уже где-то ближе к осени, когда многое из того, что вот было остановлено сегодня, прекращено, там вот скроются многие экономические проблемы. И вы знаете, вот и для церкви в это время будет, я думаю, большой вызов, насколько мы в эти трудные времена сможем помогать людям, потому что вот это главное — являть мир, в миру любовь Иисуса Христа, как написано в Евангелии, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Это время, когда мы призваны явить вот любовь, да, и уже сегодня я от многих верующих призываю, нашей общины, драгоценное, это время проявления любви, когда сегодня немало людей в нашем городе, да, в нашей церкви, они остаются без работы, они остаются без каких-то особых средств к существованию. Я так рад, когда вижу молодежь в церкви, они организуются, да, наши верующие организуются и стараются помогать и многодетным семьям, и мы пожилым людям, вот ветеранам помогаем. Вот это время проявления любви. Это не время бегать с такими глазами и нести какую-то чушь про рептилоидов, про вышки 5G, и наполнять этот бред, эту мифологию, да, которая... Вот я говорю, что я когда переживал Бога, я увидел вот Его присутствие, Его вечность, Его величие, что Он все контролирует. И порой слышишь какие-то видения, откровения других людей, которые больше напоминают какие-то сказки, вот, напоминают легенды и мифы Древней Греции. Там у них все время что-то там происходит, там рептилоиды или еще какие-то эпические битвы последних дней творятся у них там всевозможные. Это больше напоминает фэнтези Толкина, чем реальность духовного мира. И вот сегодня вот все вот эти теории всевозможные, они словно всплыли на поверхность, да. И мы видим, что вот эти откровения всевозможные, они ничуть не отличаются от того бреда, который несут конспирологи этого мира. Это же страшно, когда вот так называемые христианские откровения и переживания совпадают с бредом больных людей, которые одержимы конспирологией. Ты думаешь, а где же оно, Богопознание?